Приветствую вас, земляне. С вами Сенсей. Давайте сегодня попробуем начать игру. Женщина Шер, что ли, как-то так переводится. Хрен ее знает. Но эта игра, значит, основана на повести Лавкрафта «Отель Скер». Эту игру, по-моему, я видел очень давно. Давайте я сейчас запущу и буду вам рассказывать. Значит, здесь не только ползание на коленках, здесь и стрелять можно, по-моему, что-то применять, какие-то предметы. Если я не ошибаюсь, это она. Я просто мельком ее увидел и думаю, дай-ка попробую еще раз ее начать. Какие-то проблемы с ней были. Очень много было мыла, я мыло убрал почти совсем. Но если надо будет, еще резкость можно будет прибавить. Думаю, что достаточно. Игра такая мрачная, темная. Если я думаю, что это она, то игра, я думаю, что вам тоже зайдет. Если я думаю, что она, это игра. Играем на легком, конечно. Чтобы без всяких проволочек не шарохаться. Но перевода русской озвучки нету, но она уже кончилась. У меня более 600 роликов, поэтому всегда с русской озвучкой я уже не могу говорить. Новинки не выходят совсем. Я думал, перед Новым годом будет вот так. Worse, that I wish you to understand, but I fear you may believe me taken with madness. My father seeks to use me, as I have come to believe he used my poor mother. He wishes me to sing for him as she did, to become the star attraction that will draw good folk to this accursed spit of land. My refusal to do so has led to my confinement here at Scare Hotel. Stop, Scare Island. I cannot explain further, but ask that you trust me. I beseech you to compose a melody for me, a counter to the song contained within this locket of my mother's. I realize this request will seem strange, that your first thought will be to come straight here. But without your composition, all hope of holding back the darkness gathering here will be lost. Your love. Always, Elizabeth. Прощай, прощай, ничего не обещай. Ну, значит, в общих чертах, как я понял, значит, какой-то черт Томас едет вызволять свою девушку вот в этот отель. Так, в общих чертах хочу сказать. По-моему, если я, может, не ошибаюсь, что-то они приволокли откуда-то. Жители отеля, ну, работники отеля, какую-то хрень нашли, по-моему, где-то на корабле, я точно сказать не могу. Ну, что-то в общих чертах. И отель изменился. И не в лучшую сторону. И мы сейчас приедем и будем расследовать, что произошло, куда это Изабель, что ли, как ее там зовут? Елизавета, Элизабель. Вот этого черта вращать надо. Какие-то ноты, блин. Нота, блин. Назад искать. По-моему, это игра, которую я думал. Я, по-моему, бросил ее из-за того, что она то ли вылетала, то ли еще что-то. Я вот что-то припомнить сейчас не могу. Ну что, ты ничего не возьмешь, что ли, тупицу? Или что-нибудь? Чемодан-то не берешь? Может, сейчас возьмем? Нет, ничего ему не надо. Поезд остановился в каком-то захолустье. Блять, закрыл себе. А, ну, значит, вот она ему... Как она, я не пойму, прислала ему письмо. Как она смогла ему письмо прислать, непонятно, если ее заперли в этом отеле. Не знаю. Откуда он взял это письмо? Что-то непонятно. Кто ему его прислал? Может, она через кого-то передала это письмо? Шкатулку. Ой, это... Часы, что ли, там... Как оно называется? Ну, по-моему, как раз этот отель сидят. Ну, давай, что делай. Да, вроде бы это игра. Ничего так, пугалка-то это. Я, вроде мне так зашла она. Почему я ее бросил? Вот припомнить не могу. Но здесь не ползание на коленках. Здесь, по-моему, и секреты есть.
и здесь можно стрелять, лупить и так далее. То есть как резик, наверное, больше похож на резик седьмой. Да, да, вроде эта игра. Элизабет, Элизабет. И он закрыт, да. Собака. Вов, Вовка. Вот это вытье, по-моему, будет всю игру. Ну так сделано неплохо, да? Но очень мыльно. Это я вот резкость прибавил, здорово прибавил резкость. И еще в 2К. Конечно, в 4К она будет еще лучше смотреться. Но, ребята, поверьте мне. Да, сейчас я ей даже на лайк смогу. А, через паузу. Ну, по-моему, до сих пор еще... Вроде бы еще она требует резкости. Поэтому вот сейчас мерцание какие-то уже появляются. Это фантастика, опасное дело. Не будем мы ее тыкать. Давайте так оставим, как есть. Но мылит, вот здорово мылит. Сейчас вроде вот для меня нормально, но думаю, у вас будет. Опа. Типа что-то резик седьмого. That we were able to open Scare Hotel and embark on the charitable work which... Mother? Mother! Darling, can't you see I'm recording? What have I told you? Never to interrupt when the door is closed. I'm sorry, Mother. Well, no harm done. I shall record this again later. But while you're here, my darling, why not sing for me? Of course, Mother. Давай, ой. Завоила. Ноты, наверное, надо посмотреть. Может, тут здесь надо применить ноты? Так, а где у меня вызывает тебя? Мне как свинья в апельсин хоть. Так, проверите, что такое. Я ведь знал, как это ноты. Сейчас уже не помню ничего. Ну ладно, плевать. Потом разберем. Вот еще какая-то трясня. Смотрите, да, прикольно сделали, да? Вообще так. Красиво. Вот здесь вода вон там. Что-то я не могу понять, а где отель-то там? Да, что ли, куда? Пои. Все забилось у меня сердечко. Чувак. Отдышись. И погнали. Ну, собака какая-то. Собака, я думал, какая-то куница. Когда она... Так, а как открыть-то? Открой мне дверь, куда пошла? Замуровали, о. Я так светло специально сделал. Сейчас в этой темени вы ничего не увидите. Это просто сейчас такое вступление. Дальше мы пройдем, поверьте мне. Тики-то, как стемнеет, будем брать. Куда я вышел, я что-то не пойму. Опять начало, что ли? Нет. Нет, вроде. Да? Вот обошел, может, резкую сторону обошел. Блин, чувак, вообще. Опять. Я по кругу, что ли, хожу, не пойму. Вроде нет. Вот он отель. Это дом. Из него сделали отель. 2 румба вправо. Надо
чем-то вооружиться перед тем, как зайти. Так, погодите, вот здесь вот давайте пойдем все там пройдемся. Кучер нет пока. Нет, так это машина, смотрите-ка. Я думал, это телега. Не прыгать что-то? А там, по-моему, прыжков нет. Ну все, пойдем туда, чё, мужик. Чему быть, тому не миновать. Богатенькие такие, да? Людишки такие. Машины стоят, видать, это же не... С рулем-то. Тут задыхается, у меня уже начинает подпешивать меня. Два шага сделал, все, блядь, начал захлебываться. Фонограф. Вон, видите, блики какие-то вот это вот. Меня уже раздражает. Вот это, как их убрать? Вот это на стекле. Он в очках, что ли, я не пойму. Зачем это было сделано? Для чего? Может тут убрать вот эту дрянь? Что это такое вот это? Давайте так попробуем. Может вся эта дресня. Нет, ничего нет. Вот и все, вы видели? Все, лафа закончилась сразу, темень, блин. Добавил я, блядь. Давайте все это прибавим вот это. Какой-то линзы, блядь. Где у меня это? Оп, звонят быстрее. Карта, ну чё, где карта? А, вот она, смотрите. Ну чё, так сделано неплохо, да? Карта-то. Только каждый раз тыкать её придётся. Вот. Вот это плохо. Да-да, я помню, я здесь вот, что-то шарохло. Здесь, по-моему, свет как-то можно включить. Вот. Только я его, по-моему, так и не смог включить. Кто здесь? Кто звонит? Прочесть. Интер, блин. Куда вот я буду лазить на интер, блин? Все неинтересно. А, неинтересно. Ну, взял он бумажку. Матерь бог, что такое? Кто там? А где-то я граммофон видел. А, вот. Интер, опять интер. Чё интер такой? Томас! Мой Томас! Ты не знаешь, как wonderful это слышать твой голос. Я молилась, что ты получил его. Надеялась, что ты придешь. I know my request must have seemed strange, and I fear it was all for naught, that everything has changed now. I do not have the words or heart to voice it. It is far too terrible to recount. Давай ближе к тексту. Please be careful, my love. This place is no longer safe. Надо было полицию вызывать, а не его. But I cannot leave the attic. I've had to lock and bar the door, hide away from the others.
стальных. Чурбанью какой-то наехал. Staff. They have been beguiled by the darkness that inhabits this place. They are no longer themselves, but stalk these halls, attacking anyone that makes a sound. Please, Thomas, listen carefully. Together we can put a stop to all of this. My father made recordings on brass cylinders of a song, a strange melody that affects the mind. If all of the cylinders are played together on the harmonium, this madness will end. You need to find them and bring them to me. You must find all of the brass cylinders. Так, какие-то цилиндры, да? Музыку надо проиграть, и все закончится. Все, говно это как убрать? Где-то я граммофон видел здесь, мне казалось, но не пойму. Как хорошо он вообще обалденно. Смотрите, он сам, не надо кнопку держать, а когда бежишь, он сразу встает. Это просто изумительно. И меня выбешивает всегда этот порог хождения с кнопками, блядь. Я сразу минусую. Ну все, что надо-то? Вот сюда куда-то. Сейчас разберемся. Где-то здесь граммофон я видел. Но пока надо найти граммофон. Бэйн. А, вот мне, наверное, показалось вот этот граммофон. А что это такое вообще за круг? Встаньте, дети, встаньте, круг. Нет, как идти в круг? Дракон какой-то, это что за матушка? Виктория. Запись-то где? Картинка мне не нравится, какая-то она мыльная. А? Какая-то мыло мыльная, блин. Или светлая, я слишком светлую ее сделала. Яркость может на 100. Вот так сделал. Официант! Кружку пива и кусок селедки. Я помню, тут что-то коридоров полно, надо свет где-то включить, по-моему, здесь. Все, он вспыхался, блядь. Вот это меня, по-моему, бешило в этой игре. Быстро задыхается, блядь. Чертило, блядь. Фиг такой. Я пока понять не могу. Патефона я не вижу. Фонарика-то нет у него? Ничего не включается. Очень интересно. Очко. Выходите. Что здесь? Вот что, вот я. Зачем эти фотографии, да? По умолчанию фотографии. Зачем? Карту надо по умолчанию было сделать. У меня кнопка-то карта. Все, меня уже начинает подбешивать это вот. Используйте что-то надо. Что тут такое? Какой-то это, собака. Осьминог какой-то. Свет нужен. Что тут в потемках-то я буду копошиться-то, блин. Все отлично. Разобрались. Все забрал. Please help me! Эх ты, какой-то черт, смотрите. Who's there? Who are you?
Henry! Henry Hughes, you must get me out. Hurry! We must get this door open. Why do you think? They're clearly rogues. They're trying to kidnap me. Please hurry. Do something. What? No! No, don't leave me. They might return any minute. Oh, do something. I can't break it down from my side. Good. Good. Try again. Harder, man. Throw yourself into it. Wait. Козел какой, блядь. А ты что там буксуешь, я не пойму. They're coming. Черт, oh, God, please, no. No, don't do this. Whatever you want, I... Нахлобучил его кто-то, вы видели? Вернее, слышали? Тот нахлобучил ему по шапке, блядь. Вальнул, блядь. Опа. Блин, я хожу, что ли, топаю? Мне бы кажется, кто-то за мной ходит. Блин. Это вообще как корабль какой-то сделан, да? Под корабль. Отлично, еще лучше, бля, сделали. Вот, наверное, я ее бросил за эту, потому что она в потемке, бля. Не разберешься, бля, без стакана, бля. Ходить, шарохаться, блядь. На пятки наступать. Где это, рычаг, бля, вонючий? А? Вот здесь, что ли? Вот здесь? Свет надо включить. Вот, наверное, кто-то вырубил. Точно какая-то мерзость, вы видите? Какая-то мерзота, блядь. Сучара какая-то выключает свет. Вы что, обалдели, что ли, блядь? Кто здесь? Мерзавцы! Вращать. Чего вращать-то, я не пойму. Как вращать-то? Что-то ничего не вращается. А, какая мышка-то вроде средняя написана. Кнопка-то, блин, средняя. Блядь, вращать вообще убогость какая-то. Но. Не могу понять, как тут вращать. Ключ, давай вот этот ключ. Блин, я вообще не могу понять, как тут вращать. Черт возьми, блядь, что-то какая-то тупость, блядь. Вверх-вниз мышка не работает. Взял, что ли, колхозник, эту дрянь. По-моему, я назад уже пришел. Что это такое? Я люблю, когда двери открыты, наверное. Так, давайте посмотрим лифт, что там. Блять, опять куда-то вперся. Я ни черта не вижу, вот честно вам признаюсь. Ни хера не видать, такие потемки, блядь. Вот сюда, да, лифт? Здесь вот что ли был лифт? Вот он. Поехал куда-то, блядь. Может, надо было подняться там по лестнице наверх? Мне сохраниться надо, я не пойму, где сохранение там написано. Были эти патефоны. Ну, ничего. Кто меня за кукошки здесь не возьмет? Опа! Отлично, зеленая комната. Тыри-дыч! Тыри-дыч! Держать отсюда. Who's there? How long have you been there, Uncle? Oh, don't stop, lass. Go on. I enjoy hearing you practice. You're merely a
Так, я тут пришел, да. Как каюты, что ли, сделал? Да, смотрите, что это. Что там? Эх ты, блядь. Однако. Что-то, блядь, резкость надо добавить. Ни черта не видать, эти потемки еще вонючие. Она немножко это, прибавит эту яркость. Он кого-то тащит, блядь. Смотрите, боров какой-то жирный. Ко мне не пошел. Ну, он как бы... Я слишком мелкий, наверное, для него. Серебро так и на меня. Так, а... Так, а где цели-то? Я что-то не могу понять. Следуйте за человеком. Вы что, обалдели, что ли? Я за ним пойду. Вы что, накуренные, что ли? За этой мерзостью идти. И как за ним идти? Вот так вокруг, что ли? Ну, вот эта карта будет выбешивать. Вот это вот всегда вот ставить эту трясню. Будет просто сейчас раздражать, блядь. Зачем так сделали, я не пойму, эти записи. Давайте сначала здесь пошарим, да? Где там уже... Я, по-моему, столько времени в нее не играл. По-моему, она вылетала постоянно. Блять, эскейп тоже нажимай. Очень, очень неудобно здесь сделаны клавиши, это управление дебильное. Конечно, я из-за этого не мог бросить ее, но она все-таки... С чем-то я столкнулся. Может, с этой темнотой вонючей. Дверь, да? Ну, что такое? Ага, дверь. Как вот вам показывать эту игру, если ни черта в ней не видно? Ну что, белесый будет пусть тогда. Хоть что-то видно будет, наверное. Вот. Вот так хоть. Что-то я уж совсем это... Страх-то не нагонит. Давайте 120 поставим. Вот. Дядь. Так, конечно, вот так будет получше, наверное. Белесый какой-то все, да? Нет такой четкости, как ты... Муть одна, блядь. Я все включил, все улучшения. Убил. Может, я и бросил ее из-за того, что она такая мыльная. Так, здесь закрыто. Выходим и налево, да? И там тоже закрыто, выходим налево. Вот тот чурбан там где-то в той стороне. Вот здесь вот закрыто. Проходы я, вот эту дверь я пропустил. Вот сюда надо. А, как я пропустил? Вот эту я дверь пропустил. За углом, блядь. Углом. Каким чертом матери узнал? Вот это что здесь? А, наверное, вот это. Все, он задышал, блядь, опять. Да. Мерзавец. Вы видите, какая-то белина, белина. Может, у вас ее не будет, этой белины? Погодите-ка, может быть, мы сделаем вот так. Так, графика. Где разрешение-то? А, разрешение вот. Давайте попробуем вот полный экран. Ну вот, вроде уже не так белено. Не так белёсо. Хотя я полный экран не играю, потому что
Бывают глюки, это ОБС, глючи-то. О, карту еще взяла. Комнатка, дрянь. Что-то типа резика седьмого, и что-то вот не могу понять, это типа... Silent Hill, наверное, вот я сейчас третий заливаю Silent Hill, там один комнаты. Снова садил. Надо посмотреть по карте, где. О, вот. I'm here. There was someone else in the attic outside the door, but I think they've gone now. Чем она там забаррикадировалась-то? But you must look to yourself first, Thomas. If you should be caught too... They seem to be drawn to sound. You must remain quiet. Dear God, that's horrific! I dread to think of you being snatched like that too. Our one hope of helping him, helping all of them, is finding the cylinders. Ты задрал ты своими цилиндрами уже нахрен. Мужика утащили какого-то, а она ничего это не знает. Why? What do you think is wrong with them? I knew noise attracted them, but what happened to their faces? Please take the utmost care. And if I don't answer, it means I've had to hide. That they've come back. Базарит, блин, что-то у меня подозрение, что это вообще может не она. Да нет, как бы убили все такое. Через какие-то помойки я хожу. Чуть-чуть мышки с говном. Точно, наверное, не сено, блин. Я сейчас чувствуется нарвусь на этого ублюдка. Видите, он тут готовит, блин. Из этих мешков, блин. Человечек. Пока иду. Куда иду, черт её знает. Пока снюху не собьюсь, да. Все вроде нормально. И он что-то кряхтит, но... Уж его-то голос могли бы добавить, ребята. Да. Может быть, игра-то не получила такие высокие оценки. По-моему, она не была всеми услышана, потому что... Нюхач какой-то. Нюхач. Я нажал, держал его. Он не может задержать этот тупорез, блядь. Смотрите, блядь, я держу ку, что надо-то, блядь. Или когда надо нажимать, именно когда... Уйти-то я не могу, я где-то вперся, но... Почему он не мог отойти-то, блядь? Какие-то маски, в масках, блядь. Они слепые, блядь, но не глухие. Мерзавцы, блядь. Да перестань ты скулить, блядь, уже достал меня. Семен Семенович. Вот еще какая-то деришка, блядь. Я здесь вообще не играл, я вообще представления не имею, куда я иду. Вообще представления не имею. Но ему надо что-то сожрать. Вы видите, он скоро сейчас сдохнет сейчас у меня. Чел вонючий, блядь. Вы представляете? Вот я, наверное, ее и бросил из-за этого. Потому что у меня сейчас раз и назад отфутболит, блядь. И вот этого мерзавца я не видел. Я вообще никого не видел, когда играл первый раз. Я так ни на кого не нарвался. Вот этот хобот, блядь, ходит. Как вот задерживать дыхание, я не пойму. Я вот держу эту кнопку.
Ну все равно, блядь, сволочуга. Пыль глотался, блядь. Завис, блядь. Борился. Сейчас я нарвусь на эту черту, мне кажется, блядь. Успокоился, что ли? Вот я сейчас держу. Ты что хочешь, трясня, блядь? Восстановить. Слава тебе. Как сделался, блядь. Он сейчас сдохнет у меня. Давайте хоть посмотрим, че, где я шарухаю. Вообще, я не могу, без понятия, где я тут что хожу вон на эти лабиринты. Вот здесь вот я, где она дверь? Нее я смотрю, нет. Нет. Нет, это что ли? Угол тут. А, ну она вот это. Вот. Так я отсюда пришел, блин, не? Я пришел отсюда. Что-то я кругами, блядь, мне кажется, хожу. Опять какой-то лифт. Чего лет? Лампочку взяли. Бункер какой-то был. Похоже, я в бункере шаром. Бля, тем больше шума. Опа! Тресня. Отлично. Меня прямо это сразу радует. Вот это я вообще на улицу вышел, ребят. Видели, какой я? Возьми палку. Вон там, видите, кое-что, какой-то чёрт там. Мерзавец! А что это он делает? А не ку, он, ку, наверное, должен так делать. Смотри, смотри, смотри. Он сейчас сюда придет, дурак какой-то. Нет? Это что такое? За эти, блядь. Мне надо такой, блядь. Смотри, смотри, смотри. Кубок, блядь, пошел. За ним. Дайте мне оружие, блядь. Ё-моё! Он меня сейчас заметит, нет? Собака сейчас меня заметит, я боюсь. Ну, блядь, забздел. Заткни, блядь, хайлу на свою. Корабли стали пропадать, да? В районе острова. Какие-то куклы вонючие, блядь. Нахер меня посрали, блядь. Наши куклы собирать. Я какой подрезик сделал. Там вешен какой-то говно. Все, дышал. Посредствующий. Вот сядь, чтоб не обосрался. Здесь вот сядь, блядь, сиди, блядь. Эх ты, блядь, смотрите-ка тут, блядь. Чуть не встал я. Или ничего страшного. Какой-то, блядь, наркоман, что ли, или черт какой-то, блядь, хронически больной, блядь, и играю я каким-то больным извращенцем, блядь. О! Вот собака-то эта вонючая, блядь.
Бери мороженое, блядь. Это свечка, блядь, думал, мороженое. И тишина. Сейчас, наверное, восстанавливаем надо. А интересно, по карте у меня что-то покажет тут, нет? Где я шарохаюсь? Я что-то заперся вообще, черт его знает куда. Мне кажется, я вообще пошел вот там. Здесь, блядь, открытый мир. Куда хочешь, туда иди, блядь. Вы видите, что творится, блядь. Могу понять, что это. Открытый мир, блядь. Игра-то вроде ничего пока. Вот так сделано, вот туда не пройдет, вот так ворота. Все, блядь. Я говорю, он хроник какой-то, блядь, больной весь. Больной, он и задыхается, и все. Блядь, я думал, сейчас кто-то выйдет. Что-то будет. Че, мужик, блядь? Чего? Че, я ползать должен теперь, блядь? Пока застав. Сейчас скажет, блядь, беги и все, нахуй. Блядь, рубашка у меня, по-моему, клетчатая. У меня такая есть, блядь, клетчатая рубашка. Смотри, смотри. Чувствую, что там не понял. Надо держать, блядь, куда? Надо держать или нет, блядь? Вот это бесило, блядь. Видите, что творите? Опасное дело, блядь. Куда ты полез-то? Сиди на этом, блядь. Эх, ты убийца, блядь. Слава тебе, Господи, убежали. Наверное, блядь. Думаю, что вы убежали, блядь. Я упал, но меня это обрадовало. Что я куда-то провалился, блядь. Ё-моё, вынимай. Я говорю вам, резик седьмой. Кстати, он мне зашел, резик седьмой. У меня есть на канале, смотрите. Я его два или три раза начинал, резик седьмой. Меня выбешивал там это бегание, блядь. А потом там, блин, ну а там вообще прикольно, блядь, потом. А вот восьмой дрянь редкостная, блядь. Беготня по одному и тому же месту, блядь. По особняку, по этому вонючему. Какие-то все начались жрицы. Хреницы. Блин, склеп какой-то провалился. Казалось, не хотел. Бля, почему он лампу-то не возьмет ни одну, блядь? Борис. Блять, я стою, оказывается. Да. Как будто на карачках ползаю, блядь. Блять, здесь окон, без дверей. Везде это хренотень. О, граммофон, отлично. Ребятки, блядь. Может, я все правильно иду, кстати. I like it less than you. I have other jobs need attending. But your father insisted. Make sure she practices. She must be ready. His very words. Be ready. Пока тут бестолковый. Вообще заперся куда-то, смотрите. Обалдеть. Кто там визжит? Туда не идет он все.
Я иду по наитию. Я даже и карты-то не смотрю, собственно говоря. И, видать, все правильно прохожу. А может, неправильно. Может, вообще зачем сюда? Надо было в доме найти всю эту дресню. Какие-то там колотушки, блядь. Опять задыхаться начал. Да что ж ты за гандон такой, а? Мерзавец. Ну вот они в пещеру нашли что-то в корабле, на останки корабля. А нахрена он выключил-то маяк, сучоныч? Думали, разбойники, наверное, они. Что за чудовище они там нашли? Поет оно, ну. Мурку? Русалка какая-то. Вот блики какие-нибудь. Короче, специально, блядь, он топил корабли здесь и грабил их. Отец ее. Черт такой. Безумие. Блин, я стою, мне кажется, я на карачке помню. Да какой ты, блядь, лилипут, блядь. Каким-то лилипутом я играю, мне кажется. Я вообще заперся, черт её знает куда, зачем? Я, по-моему, всю игру уже прошел. А тут еще оружие должны дать. Ё-моё, блядь. Кто здесь? Блядь, откуда я пришел туда? Вон, вон, черт, чурбан, блядь. Всё, блядь, закашлял, блядь, какое-то говно зайдет, блядь. Ладно, хоть они слепые, блин. Порезан его играть как-то. Карлик нос, блядь. Эх ты, блядь! Вы видели, блядь, чурбан, блядь? Я на легком играю, наверное, поэтому он меня не видел. Я так думаю. Попробуйте меня и разубедить. А куда вот идти мне, черт ее знает. А? Ну, точно не сюда. Наверное, куда-то туда, вон там что-то горит. Какая-то фишка. Отсюда идет. Мерзавец. Блять, караулит ходит. Караулит он, сучонок. Вот эту дверь, блядь, или что-то дверь, или что там такое караулит. Блять, нажимай быстрее. Открывай быстрее. Что такое, блядь, не открывается?
почему не открывается эта дресня-то, я не пойму. Лампочка там загорелась. Как открыть дверь эту? Ни хрена не могу понять. Может, наоборот надо выключить? Нет, оно не включается. Так, давайте сначала посмотрим карту. Нет. Когда она нужна, ее нет никогда, этой карты. Да. Вон он ходит. Чего ж делать? По-моему, эту дверь. Я, по-моему, правильно делаю, что она должна открыться. Ух ты, блядь. Сейчас он, похоже, меня заметит, да? Сейчас сдохну я. Чувствует мое сердце, блядь. Здесь убежать-то некуда, блядь. Где он этот мерзавец? Вон он, да? Пошел, блин. Так, давайте попробуем все-таки тут. Ничего не открывается здесь. Бесполезно я тут выдрачиваюсь. Тот чурбан там встал, бля, вы видели? Ну, возьми вот эту херню-то, блядь. Блядь, закашлял, блядь, блюдок ты вонючий, да. Пыли наглотался, блядь, опять. Мерзавец. Вон там один стоит, блядь. И там ходит другой. И все. Чего, блядь, делать с ними надо? О, что такое? Что открывается, черт его знает. Эх ты, блядь! Вот это я дриснул, блядь! И как убежать-то? Куда убежать-то, блядь? Я не пойму, но. Где что открылось-то, блядь? Вон эту тележку, блядь, подогнал, на. Блять, второй рычаг, наверное, надо. Блять, беги давай, тупица ты глупый, сука. Ну и баран, блядь. Давай быстрее, блядь. Два рычага надо было, значит, блядь. Ничего мне нигде никто не, не подсказал, блядь. Сейчас чего, блядь? Обалдеть. Вы видели, он прям напрыгнул на меня, этот безумец. Он не напрыгнул, конечно, но все равно, блядь, чуть не затоптал меня, блядь. Козел, блядь, вонючий. Все, что ли, здесь, блядь? Никакого ползания, блядь. Ничего себе, я уже устал ползать тут, блядь. На карачках, блядь. Где оружие-то, блядь? Дайте мне оружие, нахуй. Так интересно сделано, да? Мир такой интересный, не пустой. Постановка очень неплохая, но вот эта белесость меня, блядь, дико раздражает, блядь. Я, конечно, могу ее убрать, но мне кажется, эта белесость, видите, из-за чего? Вот эти вот, надо будет посмотреть, вот лучи, видите, как будто линзы у меня. Ну, линзирование-то я убрал, это линзирование-то, блядь. Может, это линзы как раз и есть, эта дрянь вонючая. Что это вот такое, объясняй, объясните мне, блядь, не могу понять, что это за дресня, блядь. О, точно, убрал, ё-моё, я мучаюсь, тупорез, блядь. Первый раз я ее нажал, а потом обратно, разницы не заметил, убрал я эту линзу, говно это, блядь. Вообще, кто придумал эту дресню?
Мне кажется, эта линза была изначально. Чё так... Чё такое, блин? Чуть не сдох я. Видать, нельзя туда было идти, блин. А куда же идти, блин? Пришел я, блядь, тупик какой-то. Чё такое? Эти... Трещалка, блин. Почему он дохнет там, я не пойму. Плевать. А, так это вода. Это может быть просто это. Свет такой, блядь, или чего это такого, да, весь в крови. Опять какой-то в шляпе этот черт. Че он делает там, блядь? Какую-то тресню загоняет в рот. Робокоп этот здоровый ходит, да? Куча, блядь, навозная нам. И вот этот вот клоун, блядь, шляпина. Мам, дорогая. Чё-то, может, блядь, не туда пришёл, блядь, похоже. Блядь. Собака мне помогает, смотрите-ка. Правильно ведёт меня. Вот это сохранение было, что я так и не понял, что-то записи. Может посмотреть, что это. Мне кажется, это сохранение, да? Нет. Ничего, так вроде игра-то неплохо сделана. Взгляд на мир вообще интересно так выполнен. Но нужно остановиться на этом. Заходите на мои каналы, на YouTube, кто смотрите на YouTube, значит, вы меня поддерживаете. Спасибо вам. И вообще всем спасибо. Ну что, я его накрутил, смотрите, как график у меня. Аж, даже ряби. Надо убрать из этого. Вот такие дела. Всего доброго, берегите себя. До новых встреч.